Опа, мы уже пробрались к вражескому бункеру. Ну-ка, давай. Еще чуть-чуть. А, уничтожили. Да, и меня уничтожили, и бункер уничтожили. Это наша быстрая турбо-вин победа, ребят. Ребятки, всем приветище, с вами Артимен. Мы в игре Hills of Steel, вторая часть, ребятки. И сегодня, ребята, я куплю снова очередной скин на кое-какой танк, ребята. Как вы думаете, на какой танк я куплю еще один новый скин, ребятки? Ну же, какой же танк это может быть, ребятки? Какой? Интересненько. Ладно, ребята, не буду томить. Это мой новый легендарный Скорпион, ребята. Я куплю на него вот этот скин, который называется Улей Скорпион за 50 гемасиков, ребятки. Да, ребята, также есть скин Лава, который тоже очень красивый и классный за 150, но мы его купим, ребятки, чуть позже. А сейчас, ребята, я вместе с вами куплю вот этот вот новый классный скин, который называется Улей. Желтый с черными полосками, поэтому обязательно ставьте лайкос, ребятки. Прямо сейчас ставьте лайкос, и мы покупаем скин на мой новый легендарный, ребята, Скорпиончик. Ну что, покупаем, ребятки? Надо покупать, поэтому погнали! Все, отлично, он у нас. Давайте теперь прокачаем моего Скорпиона до максимального уровня, сколько у меня есть на него карт, ребятки. Так, второй уровень уже есть, третий уровень, отлично. И четвертый, да, на четвертый хватает? Ура, это супер, все, да? Все, да, ребятки, на пятый уровень карт уже нету. Так, о, у меня есть один усилитель на Скорпиона. А солнечная батарея будет восстанавливаться у меня ульта. Прикольно, ребятки. Вот так вот теперь выглядит классный новый Скорпион с этим скинчиком. Да ладно, давайте пойдем в разгром бункеров и сейчас всех там поразгромим своим новым классным Скорпионом. Кстати, ребята, я особо на нем и так и не играл, когда получил. Поэтому сейчас купили на него скинчик и сразу еще поиграем, ребята. Вот он, красавец. Посмотрите, какой он красивый, стреляет своими ульями желтыми. Слушайте, даже звук пчел при выстреле. Слышите, ребятки, при выстреле звук пчел, реально. Прикольно, разработчики сделали со Скорпионом, конечно, анимацию, ребята. И озвучка даже другая стала, да-да-да. Даже так заморочились. Опа, мы уже пробрались к вражескому бункеру. Ну-ка, давай. Еще чуть-чуть. А, уничтожили. Да, и меня уничтожили, и бункер уничтожили. Это наша быстрая турбо-вин победа, ребятки. Мы вообще мега быстро справились сейчас. Уху! Это было вообще круто. Мы быстро победили, я аж сам не ожидал. Ну ладно, ребята, тогда давайте отправимся в еще один бой разгрома бункеров, ребятки, а то это все было так быстро, что я аж вообще не заметил, что вообще произошло и как, каким образом, ребята, да, поэтому сейчас снова отправимся с вами в бой на этом классном Скорпиончике. Вот он, красавчик, да, он, конечно, огромный, но он такой красивый с этим желтым скином, ребятки, это просто пушка. Эй, алло, что там со мной происходит? Перевернули меня. Ой-ой-ой, противники, конечно, жестко попытались прорвать. Так, сейчас мы им покажем тут, где раки зимуют. Ну-ка, на. Давай. На. Все, завалили вражеский бункер с первого захода. Вот так вот умеет мой Скорпион, да. Так, меня, конечно, уничтожили. Сейчас будем быстренько нагонять упущенное. Так, Вали там едет. Вали, на, получай. Так, еще на тебе. Бак, да что ж такое-то? Эй, Скорпион. А, бак проехал. По мне бак проехал. Что происходит? Он переворачивается постоянно, этот Скорпиончик. Неустойчивый какой-то танчик получается, ребятки. Ладно, сейчас мы их Скорпионом всех развалим. Воу, Вали, что ты творишь? Кинул коробку куда-то далеко. Бак едет на меня. И Морти. А, у меня уже жизнек не оставалось, ребята. Хотя проезд был, можно сказать, почти открыт. Но мы, ребята, сейчас лидируем. Поэтому все окей. Можем дальше продолжать сражаться. Бой, конечно, нелегкий. Смотрите, тут уже не получается так быстро победить, как в прошлом бою, ребятки. Да. Продолжаем продавливать. Давай. А! Нет, все-таки не получилось у меня продавить, ребята. Не получилось. Поэтому я буду сейчас это снова делать. Слушайте, это уже не легкий бой, не так, как в прошлый раз, просто быстренько победили и все. Здесь оказалось гораздо, ребята, гораздо сложнее играть.
Поэтому я продолжаю, сейчас будем атаковать их аккуратненько. Да, конечно, ребятки, эти выстрелы кислотой у него слабенькие по урону, а вот, конечно, хвостик у него сильный, 500 урона за одно попадание. На! На, давай по базе, по бункеру! Yes! Ребята, да, сколько смог еще снял хп у этого бункера, ребятки. И, собственно, победа все равно оказалась, естественно, за нами, ребята. Да, это наша победа, хотя было достаточно сложно. Сложнее, чем в прошлый раз, ребятки, да, посложнее стало. Ну что, давайте теперь пойдем в другой режим на этом классном скорпионе, сделаем на него обзорчик, тестик там, ребятки, в «Поймай звезду» вроде бы, да, называется? А, нет, это режим убийства, ребятки, да, это же тут, там надо максимально много противников уничтожать, ребятки. Ой, не убийство, а буйство, что ж такое-то? Буйство называется этот режим. Так, ну что, погнали. На скорпиончике мощном. Так, против нас какие-то челы. Там Морти. А, Морти, конечно, для меня самый главный враг, потому что он стреляет издалека и почти всегда по мне попадает. Что ж такое-то, этот Морти? Надоел мне этот Морти. Надоел. Так, нужно быть аккуратнее. Нужно быть аккуратнее. Здесь главное не умирать, ребятки. Так, притянули, притянули этого Гэтлина. Ну давай, давай, давай. Yes. Хоть первый фраг у нас в команде Гэтлина притянул. И то, потому что я это сделал, да. Валли у нас, конечно, вообще на рожон лезет только так. А здесь нужно отходить, лечиться. Короче, быть максимально аккуратными. Так, надо помогать Тауэрчику. Давай, давай, давай. Так, Джокер. Все, готов, Джокер. Отлично. Второй фраг делаем. Второй уже. Вторая звезда у нас. Так, они там, ребятки, хорошо ныкаются достаточно на базе у себя. Очень хорошо запрятались. Надо, конечно, с ними аккуратнее быть. На рожон ли, ребята, тут лезть вообще не надо, потому что они будут, ну, нас убивать, только так. Поэтому нужно их как-то сюда выманивать мне своим этим крючком, который умеет, ну, который ульта у скорпиона, ребята, да. Нужно противников притягивать и потом их тут, короче, уничтожать. Вот этим я, собственно, и хочу заняться. Ой-ой-ой, 10 секунд осталось, так мало времени, ребята. Так, нужно идти в атаку, в атаку, в атаку, в атаку, давай. Нет, ребята, зря я пошел в атаку. Мы, короче, 100% проиграли, они еще и меня уничтожили вместе с союзником. Ой-ой-ой, это, конечно, ребята, была печаль. Это была ошибка, и это была, ребятки, печалька. Ну ладно, ребята, что? Я хочу отыграться на скорпиончике. Да-да, я хочу отыграться, поэтому пойдем еще раз в буйство на нем. На этом классном танке, ребятки. А то что-то как-то, ну как-то мне не понравилось. Что это вообще такое было? Да, нужно играть здесь очень аккуратно в этом режиме. Главное, ребята, не размениваться, точнее, как можно меньше в этом режиме. Надо, ребятки, умирать, надо действовать аккуратно, отходить, лечиться и ехать снова в бой. Так, со мной теперь Морти и Валли тоже. Ну давайте, давайте поиграем. Так, о, у них там Джокер какой-то крутой с крутым скином. Воу-воу, ребята. Вы что, сильно крутые там тоже какие-то, да? Что меня уничтожило? Я же вообще сзади стоял, сзади всех, алло. Так. Слушайте, они какие-то жесткие. Нас опять уже теснят. Нас теснят, ребята. Так, что с ними делать? Я, короче, что-то не хочу вниз. Меня же там уничтожат быстро. Давайте, сами пусть высовываются. Мы теперь будем в обороне стоять. Морти, ну куда ты едешь? Ты же вообще должен стоять сзади нас. Морти, ну что ж ты такое творишь-то? Так, Джокер, да, главное, в меня попал, а впереди в Вали и Морти не попал. Как это вообще работает? Так, на, вон он как улетел. Буду по ним, короче, своими этим кислотой пуляться и зарабатывать ульту. Сейчас как только выйдет, притяну. Ну-ка, ну-ка, давай, иди сюда. Все, отлично, уничтожил его. Вот так вот и нужно, собственно. Такая тактика нужна на скорпионе, ребятки, да. Вот такая тактика, это самая лучшая тактика. Так, только не лезьте, ребята, на рожон. Ну куда же вы полезли? У них команда тоже снова сильнее, ребята. Ну что же вы такие-то? Так, ладно. Баг снова едет на нас. Баг, на тебе, на. Все, отлично, баг готов. Джокер сейчас приедет. Так, притягиваем. Давай, давайте, ребятки. Гасим, 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 гасим. Все, отлично. И еще один Джокер. А, ребята, не успели. Чуть-чуть не успели. Короче, все равно мы проиграли в этом бою, в этом режиме. Видимо, короче, не судьба. Такая вот не судьба у меня в этом режиме играть на скорпионе, ребятки, да.
Поэтому мы отправимся еще раз в режим разгром бункеров, ребятки. Сейчас мы там покажем всем ту самую Кузькину мать, ребятки. Да, попробуем и покажем ее там. Потому что именно в разгроме бункеров Скорпион очень и очень неплохой танк. Так, вот они мы, вот они, погнали со мной. Кто там в команде? Тауэрчик и Гэтлин. О, а я отсюда, прям попадаю по вражескому бункеру. Можно никуда не ехать, смотрите. Прикольно, прикольно, ребятки. Да, слушайте, ой, чуть, правда, жизни не осталось. Так, чуть-чуть. А, что это нас всех уничтожило вместе? Алло, все разом уничтожились. Как это так? Ой, это, конечно, было забавно. Хорошо, хоть мы вражеские бункеры уже уничтожили, ребятки. Это да, это 100%, ребята. И это, конечно, очень хорошо и классно, ребята. Так, ну, Морти готов, собственно. Морти готов. Так, открыт проход к вражескому бункеру. Надо по максимуму. А, чуть-чуть, ребятки, чуть-чуть. О, у него там совсем чуть-чуть. 5% хп осталось. 5% хпшки. Так, ну, Скорпион, ну ты что такой пьяненький? Все, yes. Уничтожили союзники вражеский бункер. И мы победили. Да, ребята, Скорпион в этом режиме, конечно, очень классный. Но... естественно, это зависит еще от твоих союзников, которые у тебя в команде. Естественно, без союзников никуда, ребята. Ну что, ребятки, вот такой классный, суперский Скорпиончик. Напишите в комментариях, нравится ли вам этот танк Скорпион, нравится ли вам, ребята, скин Улей на Скорпион. Напишите обязательно в комментариях, ребятки. Наш ролик подошел к концу. Спасибо всем, что смотрели. Подпишись обязательно на канал, поставь лайкос этому видосу. И, ребята, до новых встреч, будет много новых интересных, суперских, классных роликов. Всем, ребята, до новых встреч, пока-пока.